невероятно доброе лицо такое. Вообще такое, чисто доброе. Это с чем-то связано? По жизни добра. Ты очень классно выглядишь, кстати. Тебе офигительно хорошего вечера. Пусть у тебя все будет супер классно. Ты действительно красивая такая. Душой, ну прям видно. Классно вечером. Да я просто смотрю, девочка красивая, да, думаю, надо что-то ей сказать, куда идти. Хорошо, да? Мне можно. Ты очень классно выглядишь. Сработает? Да. Какой у тебя вид прям такой, знаешь, как у людей бывает, когда они вышли из сауны такие, знаешь, расслабленные такие, или с какого-то тайского массажа такие. Ну, возможно, было бы сейчас лучше, да нет, ты не уставшая, ты именно такая, знаешь, на релаксе. Ты выглядишь как типичная петербурженка в воскресенье часов 12 утра, которая только проснулась, вышла там куда-то, не знаю, в салон такая. Как тебя зовут? Женя зовут. Женечка. Можно отойдем? Ты меня уже куда-то тащишь, ты очень быстро иди. Хорошо, давай отойдем. Женечка, меня Вова зовут. А ты из Петербурга, нет? Почему ты вспомнила девушку из Питера? Да нет, не из Петербурга. У тебя, кстати, это, с кошечками с какими-то, да? Да. Блузка. Можно я позволю себе? Офигеть. Это как-то что-то отражает твое там, не знаю, духовную сущность. Я надеюсь, что нет. Ну что ты не. Каждая девушка, она как бы там где-то гипотетически в глубине хочет быть кошечкой. То есть у тебя все гораздо приземленнее, да? Нет, я думаю, что у меня не приземленнее, но и качество кошечки я себе никогда не. У тебя же красивые губы, вот именно рот вот полностью, да? То есть вот тут все это. Спасибо. Ну а ты вообще интересный человек? Я думаю, что да. Мне так нравится, как ты говоришь сейчас. Вот, знаешь, я сегодня весь день какой-то такой, как на шарнирах, что-то беготня, работа, то все, что-то, то телефон, то патефон там. И знаешь, вот, вот иногда либо события какие-то, либо люди тебя замедляют. Вот ты сейчас попался, и я прям тоже сейчас вот от тебя вот это состояние передается. Наверное, это не просто так. Чтобы я немножко стал таким эстонским парнем, таким медленным. Нет, таким не надо совсем. Но я сейчас... Ну что? Я всегда такая. Слушай, ну это круто, на самом деле. Ну а ты вообще бываешь там активная, веселая, там в сексе как? Ну, если не хочешь, не отвечай, конечно. Возможно, я ты сейчас скажешь, что ты спросил меня про секс там. Но в плане разговора я вот такая расслабленная, но очень расслабленная для себя. А ты, наверное, там не каким-то менеджером активных продаж работаешь, да, поскольку... Я сейчас, секунду, это не последний поезд. Возможно, поэтому давай мы на следующий ты точно поедешь, хорошо? А ты, наверное, работаешь как-то, то есть, ну, нет таких каких-то звонков, там еще чего-то, да? Нет, я не могу. Блин, мне нравится, как ты говоришь. Я прям смотрю, вот знаешь, как будто рот меня сейчас гипнотизирует. То есть ты говоришь, и вот я прям так в такт вот этому начинаю, даже дыхание меняется. Да, да. Ну, тебя здорово, какие-то. Надо открыть какие-то свои курсы. Да, и слышишь, не, короче, курсы это все херня, надо будет работать. Надо сделать так, надо записать инфопродукт. Там, или, знаешь, ну, чтобы один раз снять это и заряжать воду, как Кашпировский или Чумак, если ты еще помнишь таких чуваков. Хорошо, да, я помню. Ну, ты молодо выглядишь, да. Сколько тебе? Мне очень интересно узнать, сколько мне лет. А я, ну, считаю это бредом, да, когда особенно 18-летняя какая-нибудь девушка, там, ей дают 19, она там... А может, меня обидел, но это зависит от внутреннего какого-то содержимого твоей головы. Я думаю, ты не настолько тупа, чтобы обижаться, если я скажу, что там тебе 62. Да ну не знаю, честно, 24-26. Это существенно. 24-26. Вот в этом промежутке или нет? Нет, больше. 26,2.
Ну, это не важно. Ну, короче, нет, для меня принципиальный вопрос возраст женщины. Даже я как девочка в последнее время, в каждой девочке как бы ищу это, потенциального спутника жизни. Но это обычно женская, такая женская черта. Для тебя очень важно, чтобы возраст был определенный. Ну, мне интересно, скажем, то есть я вот сам сейчас анализирую, какого бы возраста девушку мне хотелось бы, да, но вот больше как-то вот... Ты же понимаешь, что все это индивидуально. Бывает и 19-летние, да, но... Это чаще вот все-таки, когда девушки постарше, у них есть мозги. Хотя бывает и за 30, знаешь, такие кошатницы, там, воспитанные там мамами и бабушками. Не знаю, да. Надеюсь, что у тебя... Ты, кстати, кошатница, вы просто все здесь кошечки. Это единственное, где у меня есть кошки, на самом деле. У меня больше нет. А 27. А, 27. У тебя, кстати, такие волосы еще. Это настоящий цвет, я понимаю, да? Да. Мне нравится. Они кажут... Я потрогаю, ты не против? Конечно. У меня там руки чистые, все нормально, да, постоянно. Хотя во Франции чуваки любят вот женщин за волосы трогать. Я вот, ну, прям вот знаю такую штуку, что они вот... За его волосы определяют... Я не знаю, что-то вот. Но вот, возможно, они все кинестетики, как и я, потому что, как бы, ну, мне надо прикоснуться, чтобы понять, что за человек. Мне нравится, знаешь, то, что у тебя лицо такое вот без какого-то... дай ручку. Без какого-то... Мне так удобнее будет. Без какого-то... Расслабься. Не переживай. Да я сейчас отпущу. Без там вот лишней косметики, без чего-то. То есть ты какая-то такая вот настоящая. Ты всегда что так? Или ты иногда там выряжаешься там в супер там какие-то каблучки, там что-то еще? Нет, ну... И идешь, допустим, куда-то в клуб там... Даже в клуб я не люблю яркую. Но ты ходишь в клубы, да, иногда? Да, и клубы, и бары, но чаще бары. А что ты, какие ты клубы любишь? Ну, просто 2-3, я пойму, что ты за человек. Я могу назвать бар. Скажи, какой бар? Мандарин бар, Вики бар, Карабас бар. Девушке понравилось? Так смотришь туда. Карабас бар. А там что, там танцуют или что? Нет, там не танцуют. Там бухают или что? У меня, знаешь, я какой-то такой вот стереотипный человек в этом плане. Мне кажется, что бар — это то, что ты приходишь, там платишь там 1000 рублей, тебе наливают какие-то 20 шотов по какой-то акции, ты убухиваешься с каким-то там пьяным алкашом-соседом и едешь домой. Это обычные бары, когда ты приходишь и ты можешь сесть спокойно за барную стойку, бармен расскажет себе, как ты напиток делался и чего. Они очень красиво делают, они все это, что тебе выпить, они говорят с тобой. Я хочу позвонить тебе и как-нибудь попить на Сейчас. Все, мы с тобой прощаемся. Давай, хорошего вечера, пока.